Спонсор данного выпуска – детский интернет-магазин кроваток-машинок «Sleepcar». Ссылочка в описании. Друзья, всем привет! В этом выпуске я вас всех приглашаю полетать над мысом Тарханкот. Полетели! Ребята, мы чуть-чуть отъехали от маяка, но посмотрите, какой вид! Друзья, вы только посмотрите, как здесь, блин, в Крыму одно слово, страшно красиво. Посмотрите, класс, вон они кораблики пошли куда-то туда, вот идет пылища. Смотрите, смерч, видите, закручивается, смотрите, 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 видели? Вот, это мини-смерч сейчас был. Вон еще закручивается. Видите, как крутится? В общем, друзья, здесь висит табличка, что нельзя ехать на машине, но, так сказать, ладно, я не увидел этого. Посмотрим. А все ездят на машинах, никому не запрещено. В нашей стране это так всегда. Ребят, как всегда, дорога, да, вот хоть где, если посмотреть все наши сторисы, где мы отдыхали вообще в Крыму, всегда вот такая дорога, генеральские пляжи, мыс Хамелеон, где нужно внедорожник хороший, хорошую резину иметь, хорошую подвеску, вот, ну, блин, какая красота открывается, когда ты вообще едешь, это, конечно, дорогого стоит, и своими глазами такую прелесть. Просто прелесть. Как я мечтала в том году, но почему-то мы сюда не поехали, да? Мы хотя могли проехать на машине. Так, друзья, мы приехали на статую мыслителя. Сейчас я вам покажу это все с высоты.
Вот, друзья, посмотрите, какая красотища. Так, друзья, сюда подплывают. Друзья, мы двигаемся все дальше по этому мысу. Здесь открываются такие классные виды. А, смотрите. Смотрите, какая тут гвоздичка. Ой-ой-ой, как классно. А вот, друзья, смотрите. Прямо на обрыве стоит церковь. Интересно. Мы сейчас с вами туда подъедем. Ну а если не подъедем, то точно подлетим. В общем, друзья, мы сейчас с горем пополам 5 километров. Со скоростью 5 километров двигаемся, едем на чашу любви. Последняя точка, которую мы здесь хотим посмотреть, так сказать, со стороны суши. А дальше будем смотреть со стороны моря. Вся дорога на мысе вот такая вот. Бывает чуть-чуть получше, бывает чуть похуже. Вот как раз чуть похуже вот сейчас начинается. Вот так вот. Вид прекрасный, такой море красивое. Ну что, друзья, мы подъезжаем к чаше любви. Ой, какие здесь обвесы потрясающие. Мы видим, что здесь очень много машин, потому что здесь есть пляж, здесь люди купаются. Ой, какая красота. Так, я вот так. Катер и прокатиться, что мы сделаем. Вот такая вот клевая парковка здесь, друзья. Я назову это ужасно. Я отсюда как съеду, что-то же здесь вообще. Одни камни торчат, да, печаль, печаль. Меня культуривают. Ой, какой сильный ветер сегодня, ёпсель-мопсель. Дальше. Ну что, друзья, вот из таких новостей, вот есть такой здесь туалет. Бесплатный. Бесплатный. Чисто степной. Я думаю, скажу, что, блин, приехали.
ходите, тоже в туалет приходите. Вот. А вот здесь у чаши любви. Вот такое вот здесь дикое место с палатками. Люди устанавливают. Друзья, посреди этого всего дикого места есть палатка. Немножко пирожков. Генераторы работают. Вот тут чаша любви. Так все это дело выглядит. Ну это здорово, хоть что-то можно поесть, поэтому мы сейчас подкрепимся и скорее всего бахнем чашу. Да, к нашей радости здесь есть палатка, где можно перекусить, потому что мы маленько не рассчитали поездку, спонтанно собрались. Вот. Хорошо, что здесь есть пирожки и лимонад. Перекусим, ребятишки перекусят, да, и пойдем до чаши любви. Что, друзья, спасибо, кто досмотрел этот выпуск до конца. Подписывайтесь на канал, делайте репост в свои социальные сети. Буду за это особенно благодарен, ведь это очень нас сильно поддерживает. Подписывайтесь на наши инстаграмы, ссылочка будет в описании, как всегда, под видео. Еще раз спасибо за просмотр. Увидимся в новых выпусках. Этой жести есть выезд на хорошую дорогу. Эту дорогу проложили, видимо, как раз вот к этому дельфинарию, к церковушке. Вот. Но что-то не до конца. Вот здесь она начинается для нас. Еще я хочу вам показать машину, во что она превращается в поездке.